Олег Ящук, телеканал «Еспресо». Доброго вечора, якщо він добрий, чи доброї ночі. Насправді, після таких матчів, я розумію, говорити дуже важко. Не хочеться вже провокацій тут їх продовжувати, бо їх на полі було достатньо. Що стало, на вашу думку, ключовим в цьому матчі? І чи справді от суддівський фактор став одним з основних? Дякую. Суддівський фактор я не буду трогати. Здесь це безполезно. А то, що... Одно из главных, наверное, было. Ну, трудно играть, когда начинается каждый тайм с пропущенного мяча и со стандартного положения, например. И это уже не первый раз, поэтому, наверное, где-то не хватает концентрации. Не входим, может быть, так тяжело входим в игру или после перерыва, потому что ну, сама игра, особенно в первом тайме, она показала достаточно хороший уровень и, в общем-то, вселяла оптимизм, что во втором тайме все это продолжится. Но, к сожалению, опять пропущенный мяч, опять начинать было все сначала. Удаление, которое, в общем-то, естественно, ребята, многие игроки, начали нервничать, игра была сломана, было много брака, но команда все равно молодцы, что бились до конца и играли до конца, и в десятером смогли отыграться, но, к сожалению, на последних секундах не хватило концентрации и был пропущен. Ну, надо принимать ситуацию такова, какова она есть, и делать выводы. У нас осталась еще одна игра, от которой будет все зависеть, в принципе. Ігор Лінник, футбольний клуб, будь ласка. Нема для кого перекладати, тому... Я, в общем-то, хотел поблагодарить, наверное, «Динамо» все равно за игру в первом тайме. Очень вдохновляло, и мне кажется, что уходя на перерыв, нам казалось, что дело будет продолжено. Чем вы все-таки можете объяснить вот эту вот фору, которая дает команда и в Копенгагене так получилось, и здесь? Вот как вы это почувствовали? Вот как вы это почувствовали? И второй момент. При счете 3-3 уже не было желания присадить немножко команду, чтобы остановить, ведь счет, в общем-то, вас где-то устраивал? Я думаю, что если бы мы отошли назад при счете 3-3, нам бы было еще сложнее. Поэтому всегда нужна контр-игра для того, чтобы отодвинуть игру от своих ворот. И, в принципе, играя в десятером, мы смогли забить, поэтому все-таки команда продолжала играть в эту игру. Но, также, но, к сожалению, допущены такие ошибки, которые повлияли на результат. Да, тяжело сейчас говорить об эмоциях, потому что все-таки здесь, мне кажется, нервов было намного больше. И, может, видя то влияние какое-то, эти нервы умножают на несколько раз. Будь ласка, запитання еще. Андрей Шахов, футбол. Алексей Александрович, вот Копенгагене команда прекрасно отреагировала на быстро пропущенный. В Мальме команда прекрасно отреагировала на быстро пропущенный мяч. Но во втором тайме, когда «Динамо» пропустила быстрый гол, этого не произошло. И в интервале между вторым и третьим голом Мальме еще дважды мог отличиться. Вот почему, на ваш взгляд, «Динамо» не смогло переломить игру именно в начале второго тайма после пропущенного мяча? Ну, наверное, они смогли, потому что для этого нужно время перестроиться. И, наверное, скорее всего, соперник не дал этого сделать. И, может быть, мы после второго пропущенного такого же нелепого мяча появилась какая-то неуверенность, может быть. Может быть, какая-то спешка. Какие-то, ну, команда, на мой взгляд, немножко занервничала. Но это вполне естественно. Прошу еще запитання. Пане Олександре, якщо у вас не монолог із вашого життя довго і цікаво, а запитання, будь ласка, поставте його тренеру. Болельщики «Динамо» і ігроки «Динамо» завжди гордились своїми капітанами. Я не буду говорити, хто був капітаном в різні роки, але це були прекрасні ігроки, які
настоящими капитанами, вожаками были. Мне кажется вам, что нынешнему капитану немножко надо пересмотреть свое отношение и к поведению на поле, и не забывать, что он лидер, что он вожак, и что он заменяет тренера на поле. Спасибо. Ну, во-первых, все игроки – это прежде всего люди. И то нервное напряжение, которое, та ответственность, которая за результат, она, наверное, передается и не всегда. Может быть, многие футболисты принимают неправильное решение, но от этого никуда не денешься. Я думаю, что каждый из них понимает, где он ошибся, где он не прав. Поэтому здесь это еще один, может быть, урок, еще один опыт, который, ну, пускай даже плохой, но это опыт. И нужно быть готовым к таким ситуациям на поле. Юрий Сай, факты, будь ласка. Алексей Александрович, вас часто, может быть, не напрямую, но упрекали в том, что то вы замены не делаете вовремя, то вы их не делаете вообще. По-моему, сегодня мы увидели ответ на то, почему часто не делаете замены. На мой взгляд, сегодня замены, к сожалению, высшие игроки на поле не усилили. Спасибо. Ну, давайте не будем делать таких выводов, потому что те замены, которые были сделаны, они были сделаны, когда команда играла в десятером. И показать и наладить ту игру, которую эти футболисты могут, просто не было каких-то возможностей. Поэтому я бы не делал такие выводы. Спасибо. Заключное запитання, будь ласка. Та жовта карточка, яку ви отримали, це свідчення того, що емоційний фон повищений був і на скамейці запасних? Ну, вона, звісно, передається і мені, тому що я мог, звісно, ошибатися, але це було буквально в пару метрів, і мені показалось, що м'яч не вийшов повністю за лінію. Ну, це так, я прошу прощення за своє поведення, тому... Конечно же, это напряжение, оно никуда. Невозможно оставаться спокойным, когда такое происходит на поле. Спасибо.